15 декабря президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с губернатором Тверской области Игорем Рудени. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья. Одной из тем стала ситуация с коронавирусом в регионе и создание коечного фонда для лечения больных. В начале встречи глава региона рассказал президенту о ситуации с коронавирусной инфекцией в Тверской области и о методах борьбы с ее распространением. По словам Игоря Рудени, региональным правительством сформирован необходимый коечный фонд. Он составляет порядка 15%. При этом в Тверской области имеется резерв, заблаговременно закуплено оборудование. Президент, в свою очередь, поинтересовался вводимыми в области ограничениями на фоне пандемии. Губернатор рассказал, что сейчас действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. Также во время встречи речь шла об экономической ситуации в Тверской области. Владимир Путин отметил, в регионе растет валовый региональный продукт. Основная ставка сейчас средний и малый бизнес и вот эти новые проекты, о которых я говорю, потому что крупные проекты реализованы, когда был 16-17 год, то, конечно, 18-19 по сравнению с предыдущими годами. Вы это видите, понимаете, да, причины понятны. Конечно, абсолютно правильно. Отдельно на встрече обсудили вопрос газификации региона. Напомним, что правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения региона до 2025 года. Запланированы работы по повышению уровня газификации в 22 муниципалитетах и подведение голубого топлива в ранее не газифицированные районы. Мы сможем завершить программу газификации в 2025 году. В каждом муниципалитете практически будет газ. И это означает возможность привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест. Потому что нужно синхронизировать эту работу с «Газпромом», чтобы до конечного потребителя последняя миля была реализована. Это же вы должны делать. Значит, так и стараемся делать. Программа сделана на две части и финансируется на две части. Из 23 миллиардов, о которых я сказал, это программа общей газификации, 15-900 это «Газпром» и 7 миллиардов это деньги от Тверской области. Губернатор также сообщил, что при федеральной поддержке в регионе развивается логистическое направление, во многом благодаря открытию трассы М-11. Это большой плюс и для инвесторов, которые открывают свои производства и создают новые рабочие места. Сейчас идет работа по формированию инфраструктуры вдоль трассы, в том числе АЗС и площадок для отдыха.